Добро пожаловать на дневники кинофестиваля. День 3 и 4. За прошедший уикенд Чебоксарского международного кинофестиваля было показано 4 картины. «Дитя небес», «Холодный вздох», «Могучий Африн» и «Нерешительный жених». Ну а мы отправились на спецпоказ и посмотрели программу «Кино детям» в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Именно здесь мы оказались заранее, чтобы подснять для вас совершенно пустой зал. Я Сергей Качинский, за камерой Николай Марков. Свет, камера, мотор! Вы, наверное, задаетесь вопросом: Сергей, а где твой поп-фильтр? Скажу честно, программа настолько насыщенная и такое большое количество локаций, что на одной из локаций он потерялся. Придется искать, вещь казенная. На специальном показе нас ждет фильм-сюрприз. Такие показы – особенно волнительное и волнующее событие. Фильм называется «Венеция. Голоса и вздохи». Авторский фильм Сергея Юрисдицкого по мотивам эссе Иосифа Бродского «Набережная неисцелима». На спецпоказ в Чебоксары даже приезжают из других городов. Вот, например, две очаровательные дамы приехали из Новочебоксарска. И уже не первый год мы ездим на этот кинофестиваль. Я почти каждый год посещаю его. Она не почти. А каждый год, ежегодно. Очень нравится. Фильм очень нравится. Вчера вот мы были в Волжском. Очень понравилось. Два фильма посмотрели. Нам очень интересно пообщаться с каждым зрителем и охватить максимально подробно это событие. Расскажите, пожалуйста, когда вы пристрастились к такому искусству, как кино? Ну, кино мне нравилось всегда, всю мою жизнь. Люблю смотреть интересные фильмы, захватывающие, чтобы оставалось послевкусие и чтобы было потом о чем-то подумать. Вы пришли на спецпоказ кинофестиваля. Да. Какие ожидания у вас от просмотра фильма? Добрый вечер. Ожидания достаточно большие, но самое важное, почему мы пришли именно на эту ленту? Потому что мы оба бывали в Венеции и хотим сравнить, что нам покажет режиссер этой ленты, с собственными ощущениями. Не первый год ходим на кинофестивали. Нам очень нравится. Мы очень рады, что они проходят именно в Чебоксарах. Обязательно приду на закрытие кинофестиваля, вот, чтобы узнать, кто занял первое место. Вот и закончился специальный показ, и сразу хочется узнать у вас, оправдали ли ожидания? Не оправдали, потому что лента получилась крайне вторичной. Есть лента, где Бродский разговаривает о поэзии жизни, о смыслах, вместе, по-моему, с Евгением Рейном, вот прошу прощения, не могу вспомнить название этой ленты. Это повтор, и не в лучшего качества. А скажите, пожалуйста, какие впечатления получили от картины? Я пришла с мальчиком, которому только 6 лет. И удивилась, ему было интересно. Все прекрасно, отлично. Фильм хорошо очень снят. Интересно вообще. Я только и пришла, чтобы посмотреть Италию. Во-первых,
смотреть очень сложно, потому что стихов Бродского не слышно, о чем говорят там не слышно, шум только стоит, и от этого восприятие, ну, такое, я не скажу, на пятерку. Потрясающе, да, когда люди делятся своими впечатлениями, прямо выходя из зала. И действительно, очень противоречивые мнения. Кому-то понравилось, кто-то оказался как будто бы там, кому-то не понравилось строго, потому что они были там, и не передана красота. Ну, на это и есть зритель, у которого имеется свое мнение. Впервые на кинофестивале представлена программа для детей «Кино детям», в рамках которой будут показаны анимационные, комедийные, развлекательные картины и фильмы-аттракционы. В час дня состоится показ кинофестиваля. Придете, да? Ой, замечательно. Любите кино? Да. Здравствуйте. Вы к нам в кино? Да, мы хотим. Сегодня детское же. Да, сегодня кинопоказ детям, от тебя пахнет пловом. Здорово, мы хотим посмотреть. Я каждый день смотрю кино. Я бывал во многих странах, но атмосфера в Чувашии просто потрясающая. Я желаю, чтобы как можно больше людей приходили на показы. Взрослые, дети, все. В частности, приглашаю жителей Чувашии увидеть мой фильм, над которым мы долго работали. Очень волнуешься, потому что аудитория всегда очень разная. И чем отличается, допустим, аудитория здесь, на фестивале? Она, во-первых, очень профессиональная. Здесь очень много ребят, которые снимали замечательное кино. И было волнительно, конечно, как его оценят мои коллеги из разных регионов, из разных стран. И, конечно же, всегда интересно понять, насколько это созвучно, то, что заложено в моем фильме именно в республике Чувашия. Потому что все равно фильм у меня снят с алтайскими героями, хотя на общечеловеческие, общепонятные темы абсолютно там, семейных ценностей и проблем отцов и детей. И нам повезло, здесь находится в зале очаровательная Дарья, которая сыграла одну из главных ролей в этом фильме. Пожалуйста, можно вас пригласить? Я очень надеюсь, что вам понравится наша картина. И это про главные ценности, которые есть в каждой семье. И надеюсь, вам понравится. Спасибо. Приятного просмотра! Понравился тебе фильм? Да, мне очень понравился этот фильм. Там была злая мама, которая потом стала доброй. И у мальчика Вани был друг, который, мама не хотела, чтобы с его сыном этот друг дружил. И она потом поняла, что этот мальчик хороший, и она, поддержала эту дружбу, вот. И все хорошо закончилось, да? Все хорошо закончилось. А хочется еще таких добрых фильмов смотреть? Да, очень хочется. Вы такая, кажется, хрупкая, нежная, добрая, но сыграли такую маму, я ж сидел, дай-то этим ребятам дружить. Как обычно, у актеров разные задачи бывают, и приходится как и добрых, так и злых играть. У нас было несколько съемочных дней, и все это было в павильонах сделано. Естественно, режиссер сталкивалась с разными трудностями, и всегда в кино есть препродакшн, постпродакшн. Долго еще делали графику отдельно,
Поэтому это не маленький процесс. С ребятишками подружились? Ой, это чудесные ребята, естественно. Я по-другому не люблю, не могу по-другому. Я очень люблю людей, ну, детей в особенности. Уикенд кинофестиваля, наполненный магией кино, только что завершился, и я до сих пор под большим впечатлением. Чувствую, как с каждым просмотром, с каждым показом во мне крепчает любовь к кино, и хочется открыть еще больше шедевров. Сергей Качинский, Николай Марков. Снято?